Частично требования предпринимателей власть удовлетворила уже сегодня. Спорный вопрос о проведении аукционов на аренду земельных участков для киосков был снят с повестки дня. Мэр пообещал предпринимателям доработать это положение так, чтобы устранить все угрозы для представителей малого бизнеса. А всего на 13-й сессии городского совета планировали рассмотреть порядка 150 вопросов и 10 дополнительных. Главным предметом споров стали протесты прокуратуры по ряду объектов, переданных в аренду распоряжением горсовета. Сессию не могли начать более часа. Потом объяснят, в последний раз пытались утрясти спорные вопросы на согласительном совете. На доработку отправили правила содержания животных и положение о продолжении работы комиссии по хортице. В силе остались новые тарифы на вывоз бытовых отходов и без изменения местные программы. Тревожит экологическая ситуация. Депутаты делают заявление. Хочемо звернути особливу увагу підприємств на необхідність найкоротший термін забезпечити залучення інвестицій для впровадження нових сучасних методів ведення технологічних процесів. Главный финансовый вопрос – изменения к городскому бюджету. Это самая большая корректировка с начала года – более 80 миллионов гривен. За вычетом государственных субвенций городская доходная часть – 35 миллионов. В цифрах учитывали даже сентябрь. Перераспределение средств позволит увеличить зарплату бюджетникам, помочь коммунальным предприятиям и решить первоочередные задачи. По инициативе нашей комиссии были выделены деньги на аварийные работы. В первую очередь это ремонты. По здравому и народному образованию. Пакетом рассматривают большую часть вопросов, на рассмотрение выносят только некоторые. Сессия постоянно прерывается 15-минутными перерывами и перепалками в зале и президиуме. Секретарь горсовета пытается учить жизни городского голову. Мэр не согласен. Говорит, есть право на свое мнение. В частности, Александр Син считает, городская громада много потеряла от передачи земельных участков в аренду. Протесты прокуратуры по этому поводу долго не могут рассмотреть. Протест прокурора був не з приводу того, що сплачується чи не сплачується нова плата. Вони були по аргументам нецільового використання, тобто невиконання інвесторам встановлені терміни зобов'язань щодо освоєння і будівництва там об'єктів певних, чи самої процедури без аукціону і так інше. В итоге в двух случаях протесты прокуратуры удовлетворили, один отклонили. По остальным вопросам депутаты продолжили спорить дальше. На момент подготовки программы сессия горсовета еще продолжала свою работу. О результатах голосования и принятия решений по наиболее резонансным вопросам мы расскажем в следующих выпусках.